15 лучших психологов прошли в финал республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог-2022». Участники демонстрировали личный опыт в оказании психологической помощи детям, а также делились инновационными методами и обсуждали жизненные ситуации. Такие мероприятия, они действительно очень важны, потому что они показывают уровень, который достигли наши педагоги, потому что они проходят свои отборочные этапы в своих образовательных организациях, в своих муниципалитетах для того, чтобы выйти на республиканский уровень. И уже на республиканском уровне действительно участвуют лучшие из лучших. Чтобы победить, участницам пришлось пройти три этапа – заочный, очный и финальный. Вначале конкурсантки должны были представить для жюри характеристику профессиональной деятельности и визитную карточку, видеоролик. А в завершении психологи должны были проанализировать проблему, дать оценку и решение. Проделанную работу оценивали эксперты. И по итогу всех туров победительницей стала Наталья Кушнарева. Эмоции переполняют. Было, конечно, сложно. Все соперники, так скажем, да, были достойны. То есть я вот не ожидала вообще, что я буду победителем, потому что все были равны. Также каждой участнице вручали медали и памятные призы. Напомню, что победитель конкурса представит Бурятию уже на всероссийском этапе. Базыр Аюшеев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.